Всем привет! Старинные пруды, яблоневый сад и центр советского андеграунда. Все это о районе Конькова. Предлагаю прогуляться и посмотреть все вместе со мной. Не просто теперь представить, что несколько столетий назад здесь была пустошь, иссеченная глубокими оврагами, по дну которых бежали ручьи. Дело в том, что место это расположено на двух холмах центральной части Теплостанской возвышенности. Один холм находится в районе станции метро Конькова, а другой – чуть севернее станции метро Беляева. Юго-западнее Конькова, в районе метро «Теплый стан», Теплостанская возвышенность достигает своей пиковой высоты 254 метра над уровнем моря. Во время дождей и таяния снега водные потоки веками пробивали себе дорогу по склонам холмов, приводя к эрозии почвы и вымывая в ней овраги. Откуда взялось название Конькова, доподлинно неизвестно. Канонической считается версия о том, что в те давние времена из Москвы добраться туда мог не каждый конь. Якобы животное выбивалось из сил, преодолевая крутые овраги, взбираясь на возвышенность. Обессмертил эту гипотезу советский поэт Семен Кирсанов в 1961 году в произведении «Калужское шоссе». «И облетела двор монаршее веленье. Конь царский пал, ему воздвигнуть изваяние. Конькова дать всему селению название». Однако, по версии Кирсанова, печальный инцидент произошел с конем Екатерины II. Но на самом деле первое упоминание о Конькове появилось на 1,5 века раньше. В Писцовой книге 1627 года пустошь Конькова, расположенная по обе стороны врага, была частью Чермнева стана, крупного поместья царских стольников Ильи и Василия Безобразовых. Правда, тогда там никакого поселения в Конькове не было. Обживать эти места начали спустя еще полвека. У поместья, в состав которого входила и Конькова, было несколько именитых владельцев. Сподвижник Петра I, канцлер Гавриил Иванович Головкин, построил тут красивую усадьбу, которая получила название Коньково-Троицкое. В 1776 году Екатерина II выкупила усадьбу у своего бывшего фаворита Григория Орлова. С этого времени Троицкая Конькова на протяжении нескольких десятилетий являлась дворцовым владением. Императрица задумала построить в Конькове дворец для своих внуков, великих князей Александра и Константина Павловичей. Над проектом резиденции работал ученик Василия Баженова Матвей Казаков. При жизни Екатерины успели возвести только первый этаж здания – иконные дворы. А после смерти императрицы ее сын Павел I велел разобрать недостроенные кирпичи. И тем не менее, Екатерина II успела оставить в Конькове свой след. По ее велению здесь было организовано садовое хозяйство, а также построены оранжереи. Росли здесь преимущественно яблони, но были и другие плодовые деревья. Сильные морозы 19 века привели к тому, что яблони вымерзли и были вырублены. Но позднее садоводы посадили новые. Яблоневый сад и по сей день является излюбленным местом отдыха жителей района. Растут яблони в Конькове и в наши дни. А сейчас мы находимся в яблоневом саду на улице Академика Арцимовича, недалеко от метро Конькова. Долгое время этот сад был в запустении. Но в 2019 году территорию привели в порядок и сделали из нее небольшой уютный парк. А название ему дали историческое – «Яблоневый сад». Помимо зоны отдыха, тут появились детские площадки. Для любителей спорта есть зона воркаута с силовыми тренажерами и стадионом. Любителям животных выделили специальную площадку для выгула собак. Вот деревянная прогулочная тропа в центре Троицкого пруда. Это остаток каскадных прудов усадьбы, которая здесь была раньше. А еще очень симпатично смотрятся деревянные мостики через ручей и лавочки, на которых можно отдохнуть. Сад регулярно озеленяют, высаживают новые плодовые деревья, следят за деревьями-старожилами. Кстати, каждый год в парке в большом количестве зреют яблоки и груши, которые можно свободно собирать. Пройтись по этим аллеям – сплошное удовольствие. В общем, если вы предпочитаете неспешные прогулки, то вам точно тут понравится. В состав района Конькова входит большой микрорайон Беляева. Некогда в этих местах была одноименная деревня. Во второй половине XVIII века владелицей Беляева была Дарья Николаевна Салтыкова, более известная как Кровавая барыня или Салтычиха. Овдовев, в 1755 году Дарья Салтыкова стала одной из богатейших женщин Москвы. Ей принадлежало большое имение Троицкое, все верхние теплые станы, а еще село Красное-на-Пахре и все его окрестности и мелкие деревни. При жизни мужа за Салтыковой не замечалось особой склонности к рукоприкладству. Это была еще цветущая, весьма набожная женщина, поэтому о характере психического заболевания душегубицы можно только догадываться. Поначалу жалобы крестьян привели лишь к наказаниям жалобщиков, поскольку у Салтычихи было много влиятельных родственников, и ей удавалось подкупать должностных лиц. Но двум крестьянам, жен которых она убила, все же удалось передать жалобу только что вступившей на престол Екатерине II. Следствие по делу Салтычихи длилось 6 лет. Было доказано, что она, несомненно, повинна в смерти 38 человек и оставлена в подозрении относительно виновности в смерти еще 26. Дарья Салтыкова была приговорена к пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и человеческого общения. А все ее земли по указу императрицы перешли к ее сыновьям. Любопытный факт. Недолгое время Дарья Салтыкова состояла в амурной связи с Николаем Андреевичем Тютчевым, будущим дедом поэта Федора Ивановича Тютчева. А когда возлюбленный решил жениться, Салтычиха дважды предпринимала попытки извести его и его жену. Спустя десятилетия сын Николая Андреевича стал новым владельцем села Беляева. А вот как выглядит современная Беляева. В 2019 году тут провели масштабное благоустройство. Обустроили пешеходную зону и создали народный парк со спортивным городком. Вход в прогулочную зону расположен возле станции метро Беляева. Это резная арка, украшенная символом района – конем. В целом протяженность пешеходной зоны составляет 1300 метров. Тут есть парковые диваны, детские и спортивные площадки. На улице Миклуха-Маклая раньше был пустырь. А сейчас многофункциональное спортивное ядро. Тут и хоккейная коробка, и зона воркаута, теннисные столы, канатные комплексы, тарзанка и карусели. Очень симпатичным стал сквер у галереи Беляева, где разбили цветники, альпийские горки и установили декоративные кованые часы, украшенные масками львов, держащих в пасти кольца. Очень интересна и сама галерея Беляева. Это уникальное культурное пространство появилось в 1988 году. Тут проходила историческая бульдозерная выставка, а также жил и работал один из самых ярких представителей московской концептуальной школы Дмитрий Пригов. Изначально это был государственный выставочный зал. Он стал центром советского андеграунда. Именно в его стенах, впервые для большой аудитории, были выставлены работы Эрнста Неизвестного, Эдуарда Штейнберга, Оскара Рабина, Евгения Крапивницкого и многих других. В наше время экспозиционная площадка Московского выставочного зала Беляева занимает около 400 квадратных метров. Галерея пользуется популярностью у жителей Конькова и других районов Москвы. Ежегодно ее посещают около 23 тысяч человек, а экспозиции обновляются каждые 2-3 недели. В ноябре 2019 года в галерее Беляева открылась постоянная экспозиция «Центр идентичности. Музей района». Можно узнать об истории района и его жителей, почитать рассказы, воспоминания, посмотреть личные вещи, фотографии и архивные материалы. Вот, например, отрывок из сочинения ученицы 5 класса Московской школы от 1942 года про нападение немецких самолетов. Во дворе столпилось много людей. Все смотрели вверх. Небо было до черно-синее, все усыпанное немигающими звездами. Далеко по направлению к Москве маленькими красными облачками разрывались снаряды зениток. На сегодняшний день галерея Беляева является генератором различных художественно-образовательных практик. Тут прекрасный учебный центр искусств, дизайн-бюро и арт-бутик. С успехом проходят музыкальные программы и театральные представления. Ежегодно в галерее Беляева инсталируется более 20 выставок российских и зарубежных художников. А сейчас хочу показать вам памятник великому русскому полководцу Алексею Ермолову. Это политический деятель времен Александра I и Николая I, герой Отечественной войны 1812 года, наместник императора на Кавказе. В 7-летнем возрасте Ермолова зачислили в лейб-гвардию Преображенского полка. Так началась его военная карьера. Особенно генерал отличился при Бородине, когда помог батарее Раевского спастись и продолжить атаковать противника. С 1816 года русский военачальник занимал должность наместника царя на Кавказе. За успешную политику на вверенных ему территориях полководца стали называть проконсулом Кавказа или Кавказским львом. Храбрый полководец умер 11 апреля 1861 года в Москве. Перед смертью оставил завещание, согласно которому велел похоронить себя безо всякой помпы. Торжественное открытие памятника состоялось 6 сентября 2012 года. Его автор – народный художник России Александр Бурганов. Кроме памятника Ермолову в скульптурную композицию входят бронзовый Пегас и белоснежная муза. Завершим мы наше путешествие возле Большого и Малого Коньковских прудов. Именно на этом месте в прежние века и находилась усадьба Конькова-Троицкое Гавриила Головкина. В описании усадьбы за 1747 год упоминается, что помимо помещичьего двора с каменными строениями в имении было устроено 8 прудов с различной рыбой. Сейчас от нескольких водоемов остались только Большой и Малый Коньковские пруды. Они расположены между домами 26 и 32 по улице Введенского. И спустя несколько веков рыбаки ловят тут рыбу. Говорят, что клюет хорошо. В 2022 году у Большого и Малого Коньковских прудов появилось место для отдыха. На набережной поставили шезлонги и парковые качели. Рядом с прудами обустроили большую спортивную зону, установили столы для пинг-понга, оборудование для силовых и кардиотренировок, занятий боксом и отработки навыков скалолазания. Все тренажеры находятся под навесами, заниматься можно в любую погоду. На южном берегу Большого Коньковского пруда соорудили сцену, поэтому теперь это отличное место для праздников. На этом наша прогулка по прошлому и настоящему району Конькова подошла к концу. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. Ну что, увидимся. До скорых встреч!